Со стороны правительства Ярославской области оказывается максимальная поддержка в реализации данного проекта, потому что проект находится в федеральной программе, целевой по внутреннему и въездному туризму Российской Федерации. Поэтому мы очень рады, что Внешэкономбанк берет под свой контроль реализацию данного проекта. Какой эффект получит Ярославская область от данного проекта? Это создание около 3000 рабочих мест новых и объем налоговых поступлений с начала действия курорта – это порядка 140 миллионов рублей в год. Что это хороший проект, и объем инвестиций в общей сложности планируемый – это где-то в районе 7 миллиардов рублей.